нашел 9 новых, совершенно интересных новых ям в Майнкрафте. Привет, я повар-обезьяна. Если ты не хочешь, чтобы я съел тебя, поставь лайк и подпишись на канал за 3 секунды. 1, 2, 3. Ах, ребяточки, всем привет, с вами я, Зомбак. Сегодня мы посмотрим на новые круглые ямы в Майнкрафте. Вы посмотрите, какие здесь крутые персонажи. Бан-бан, Венсдей, вау, слушайте, я уже срочно хочу на них всех посмотреть. Здесь у нас, как эту фиолетовую зовут? Генерал что-то там, или капитан? Капитан Фиддлс, вот, я вспомнил, как его зовут. Этнос, оранжевый радужный друг, мама длинные ноги, миньон полицейский. Бан-бан, это у нас Дэдди, это у нас Венсдей, блин, я всех забываю, Суперкот и Мороженчик. Короче, друзья, давайте начинать, сейчас посмотрим на все эти круглые ямы. Не забудьте тыкнуть лайк, подписаться прямо сейчас, а я предлагаю отправиться в какую яму? Давайте к Венсдей пойдем посмотрим. Ну что ж, разгоняемся и погнали. Токс, ребята, это же повар-обезьяна. А ну брысь от меня. Держись, ну-ка, давайте-ка, ребята, его сейчас победим. Так, я здесь что-то нашел, кстати. Надо только с поваром справиться, все отлично. Что это такое? О, это сундук, здесь какие-то пушечки, алмазный меч. Вот давайте вот это возьмем. Это довольно неплохая пушка. Так, куда пойдем? Влево, вправо или посередине? Тут есть монстры, давай пойдем сюда. Чика, иди сюда! Сейчас мы тут с ними, ребят, со всеми справимся. Надеюсь, нам нужно найти выход. Так, это походу какой-то разноцветный лабиринт мы нашли, ребята. Мы нашли лабиринтик, и это довольно-таки прикольно. Так, а ну-ка, чел за окном, отстанет меня. Так, отлично, берем пушечки. О, Сонику! Нет, они поймали доброго Соника. Хаги-ваги, отстань от меня. Че тебе так прицепился-то? А чего тебе надо от меня? Так, они поймали и доброго миньона. Нам срочно нужно их освобождать. Как мне это сделать, ребят? У меня нет кирки. У меня нет ничего. Так, я еще сюда к вам вернусь, ребят. Я обязательно вас спасу, хорошо? Окей, Зомбак, спаси нас. Окей, ладно, я приду. Так, друзья, надо где-то в лабиринтах найти что-нибудь, чтобы мы их спасли. Не знаю, бур, кирку, тинтишку. А, ё-моё, Кисси-Мисси, ты чё распугала меня тут? Я иду такой, разговариваю и взял на тебя наткнулся. Опа-на! Ребят, вы мне, кстати, в комментариях сказали, что это Джамбо, а не Бан-Бан. Спасибо большое, потому что я его Бан-Баном называл. Оказывается, Бан-Бан это другой чувачок. Такс. Здесь у нас тоже тупик, здесь ничего нету. Так, погодите, а мне нужно спасти наших друзей. Куда мне идти? Так, ай, тихо, держись, а ну-ка. А, кстати, может у меня здесь была какая-нибудь кирка? Нету, кирки нету, меня обманули, ребята. Как мы спасем Соника с миньоном? Они ведь наши друзья, их надо обязательно спасти. Так, на тебя, получай, и ты тоже давай, на. Отлично, давайте-ка Бена получай. Ребят, я сейчас пробегусь еще раз по лабиринту, я постараюсь найти что-нибудь. Короче, друзья, короче, ребяточки, я нашел алмазную кирку. Оказывается, она валялась вот в этом центральном проходе, в траве. Она выпала из одного из монстров, я ее просто не заметил. Это хорошо, значит, мы можем спасти все-таки наших друзей Соника и Миньона. Ребяточки, пошлите со мной. Погнали, выбираемся отсюда, с этого страшного места. Пошлите, Миньон, Соник, погнали. Да, бежим! Соник, ты тоже давай с нами, быстро-быстро выбираемся из этих страшных лабиринтов. Отлично, все, мы своих друзей спасли. Давайте, можете убегать через портал домой, а я, наверное, пойду дальше, потому что там была еще какая-то дверь. Вот, держите кирку, она вам, возможно, сегодня поможет. Так, ну что, идемте сюда, друзья. Вот здесь проход, какая-то дверь. Открываем. Опа-на, здорово, зубастик. Так, что это у вас тут такое? Так, там какой-то... Там какие-то лестницы. Мне туда, что ли, спускаться? Эй, я упал! А, Хаги-Ваги-паучок! Нет, я зря сюда упал, ребята, я упал к Хаги-Ваги-пауку в ловушку! Меня скинули в какую-то арену с пауком! Так нечестно! Так нечестно! Эй, это ты все устроил, зубастый! Так, ладно, сейчас я возьму пулемет и его попытаюсь победить. Да, хватит! Он очень быстрый, ребят, я не могу с ним справиться. Я не могу с ним справиться, он очень быстрый! Да хватит меня бить! Фух, все отлично. Ты там стоишь, радуешься, да? Смотрите, стоит, смеется надо мной. Давайте выберемся обратно и попытаемся сейчас как-нибудь к нему прийти.
Так, как перейти? Я сейчас по вот этим справа оградкам пройду. Так, слышь ты, давай-ка ты сам туда падай, а? Отлично, отлично, ребяточки, на тебе, получай. Так, все, погнали дальше. Друзья, я упал вниз. Я упал вниз опять в какую-то ловушку. И здесь у нас, ребяточки, это же диджей, смотрите. Так, я, наверное, сейчас, знаете, что сделаю? Возьму себе новые пушки. Огнемет какой-нибудь, во, вот это уже получше. Здесь розовые радужные друзья и диджей, здорово! Сейчас я вас всех тут подпалю, сейчас мы с вами справимся. Так, давайте к ним перепрыгнем. Отлично, давай, 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 на, получай, розовый радужный друг. Так, диджей, ой-ой-ой-ой-ой, я тут все начал поджигать, тихо-тихо-тихо-тихо. Я тут немножечко все поджег, это нехорошо. А то сейчас все спалим, потом я-то сам отсюда как выбираться буду. Это будет не круто. Так, все отлично, с диджеем справились. Я, наверное, возьму кислотную суперпушку и новый электромет. Он метает электричество, смотрите. А вот эта пушка кислотой стреляет. У меня вообще супер крутые пушечки. Все отлично, здесь мы со всеми справились. Есть лестница наверх. Давайте пойдем посмотрим, куда она нас приведет. Так, опа-на, что это такое? Subscribe написано. Ребят, подпишитесь, поставьте колокольчик обязательно прямо сейчас. Можете и лайк поставить. Так, ты чё, сосед, решил на меня нападать? Да это я ж с тобой справлюсь, ты чё, думаешь со мной совладать? Ладно, давай попробуем. Так, что у нас здесь? Пойдем сюда. Красный, да, сосед, отстань от меня, я потом с тобой справлюсь. Я сперва вон туда хочу сходить, потому что там какой-то рычаг. Окей. Или, опа, у нас хорошо получилось, смотрите. Идем, 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 значит мы хорошо. Так, Соник, Икзи, давай, получай, ты тоже. Отлично, друзья, все. Мы получили какой-то рычаг, но там еще несколько дверей. Не знаю, куда нам идти на самом-то деле. Сейчас мы возьмем, так, я предлагаю взять, знаете, какой? Вот этот пулемет. Он очень мощный, с ним можно прям легко сражаться со всеми монстрами. Здорово, Домоголовый! Ты пришел! Я тебя ждал! Отстань от меня! Тихо, тихо, тихо! На тебя получай! Отлично! Все, можем отсюда сматываться, друзья! Поставим, откроем. Так, открылась одна дверь. Здорово, Дейзи! Приветик, Дейзи! Но там еще одна вторая дверь! А как я... Стоп, но мне же нужен рычаг сюда. Ребят, то есть я использовал рычаг, чтобы открыть одну дверь... А мне нужно открыть еще вторую дверь. Ну, блин, у меня нет второго рычага. Ладно, давайте пойдем сюда. Что у нас здесь? Я... У меня уже пушки заканчиваются. Опа, черный мультяшный кот. И у него есть второй рычаг. Это какое-то хранилище с золотом и серебром. Круто. Так, ты, котик, ты сюда вообще полезаешь. Давайте его сюда вытащим, чтобы было с ним проще сражаться. Так, вот. Смотрите, какой он гигантский. Ну, а тебе, теперь я с тобой могу сразиться спокойно. Ну, отлично. Так, опа, 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 опа. Ай-яй-яй-яй-яй, убегаем, убегаем. Тихо, найс, все, друзья, мы победили черного мультяшного кота, мы большие молодцы. Так, что у нас здесь? Кусочки золота, я все это заберу, если честно. Я все это заберу, это прям реально стопка золотых слитков. Вау, я сейчас разбогатею. Мы, ребят, сможем купить себе ламборгини какую-нибудь. Ох, вот это мы стали мажорами. Так, самое главное, это, ребят, рычаг, который нам позволит пройти дальше. И кажется, там портал. Открываем, друзья, и можем вернуться обратно. Так, возвращайся обратно. Ребята, это были очень классные ямы. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайк, подпишитесь на мой канал. С вами был Зомбак, всем удачи. Пока-пока. И снова привет. Нажимай на эти видео, иначе я приду к тебе ночью.